Пожарно-спасательная служба. Здравствуйте. У вас вот заложена бомба. Где? Адлер, вот ЖД вокзал. Я сейчас ваш телефон передам ФСБ, у нас все записывается. Кто заложил бомбу? Звонивший не представился, но ФСБ и полиции не составило особого труда определить анонимный звонок и установить звонившего. Им оказался некий гражданин Лебедев. Житель Лазаревского района Сочи раскаялся в содеянном и дал признательные показания. Судом он признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев с взысканием в доход государства материального ущерба в размере 20 000 рублей.